Вот, значит. Парковочка здесь небольшая такая. Тадайба. Рядом с Биг Сайтом. Ну, вот здесь ворота. Вход на выставку как раз. Urban Development Expo. Типа городские разработки. Выставка городских разработок. Прикольная система. Вот Omron тоже прикольная система. Там всякие сенсоры интересные есть. Вот этот Change Speed Cost. Тоже там разные интересное оборудование. Автоматические двери, это тоже для японских маншинов там разработки, новые всякие технологии дверей и так далее. Есть на что посмотреть. В принципе, они уже практически здесь закончили все, как основной масса уже стендов почти готова. Осталось только там марафет навести, грубо говоря. А так, в принципе, да. То есть уже и порядок более-менее здесь. Сейчас уже, правда, вечер. Часов 5 вечера где-то так. То есть, вот, весь день они здесь это все строились, все ставили все эти все стенды свои. Вот так вот. Да, народу сколько много стоит, смотрит, слушает. Тут уже читают. О, парковочка с солнечными батареями. Вот так вот будет выглядеть. Вот там вот уже показаны готовые примеры, уже которые действующие в Европе и так далее. Можно посмотреть. Так, Delta Group Company. А это тоже разные датчики на разных этих самых сенсорах. Тоже, да, система много очень. Вот это что, трансформатор притащили сюда. Ёпара, сука. Фига не додумались. Чувствуешь себя, как будто, блин, на стройку приехал, а не на выставку. Современный щиток. Вот так вот выглядят современные японские щитки. Это, конечно, здесь не уместно. Даже вот что-то переключается, вот такая вот. На автоматике, тут на таймерах. Вот так вот все работает. Здесь вот для рубильника. Подключается один кабель и все. Вот тоже интересная система вентиляции, пожалуйста. Там кондиционирование, вентиляция. Там внутри показаны примеры. Здесь вот есть
выставочные такие вот образцы. Как тоже, ну, для примера выставили, чтобы показать, как вот система фильтрации воздуха, система там очистки. Ну, а мы продолжаем. Здесь вот также стенд кондиционирования, интересный достаточно. Solution. Вот это вот электроника, разные автоматы здесь. Интернет security систем, вот тут система безопасности, то есть разные регистраторы, камеры они предлагают тоже. Это у нас что, эко-тюнинг какой-то, настройка экосистемы, видимо фильтры там и всякое такое. Это, честно, я не пойму, что это такое. iPad Solution, Checks какой-то, Checks. Это что? Это тоже контроль CO2, контроль выбросов, то есть тут всякие вот датчики, системы на разные предприятия, мини-заводы и тому подобное, то есть устанавливается. А вот там что? Там что-то для детей, что-то там комби. Вот, да, система для детей, для оборудования там детских помещений, туалетов там и так далее, больниц. Вот iRise Bus какой-то, тоже система, тоже связанная что-то с домом. А, типа система «Умный дом», что-то типа такого, то есть, да, тоже система контроля. Далее, что тут еще есть интересно, BEMS какой-то тоже, ну, Property Data Bank. Что-то какая-то статистическая какая-то контора. Zero Gomic. Что бы это могло значить, даже не знаю. А, ну вот, понятно. Это... пресс-форма, то есть, как сказать, прессует мусор, в общем. То есть туда вот с той стороны закидывается, вот с той стороны закидывается обычный, то есть как бы картон или еще что-то там, а с этой стороны уже эти самые выкатываются такие прессованные блоки. То есть вот такая штука. Защитные жалюзи, вот, кстати, хорошая штука. Вот такие металлические, да? Ну, не очень как бы защитные, но все равно лучше, чем совсем ничего. Это какая-то система, вон там эко-клейн, коатинг там что-то с углем связанное. Угольное какое-то покрытие, видимо, специальное для этого. Что здесь есть еще интересное-то? Саксап, вот тоже что-то с камерами, система контроля. Ну, в общем, в принципе, здесь достаточно много всяких интересных вещей, чтобы можно было бы посмотреть. Вот до сих пор мусор валяется, вот, а вы говорите, Япония чистая страна, да вы гляньте, елки-палки, там горы мусора, вон вообще на дороге, вот, тут тоже так же валяется. Свинарник, одним словом. Тут даже вон, блин, эти гвозди валяются на полу, упаковка. Вот, вот видите, какая чистая страна, Япония, елки-палки. Так, это что у нас? Не, ну тут вроде кто-то ходит, вот убирать пытается, но что-то как-то безуспешно. Вот опять control system, тоже система контроля полностью там, и воздух, и электричество, и все полностью на контроллерах, то есть как бы, то есть также связано с пожарной системой, это все с оповещением, то есть как бы
достаточно интересная система, контора. То есть надо посмотреть будет потом тоже.